На этой неделе Следственным комитетом прекращено дело Полины Лобаевой. Напомним, 20-летняя девушка трагически погибла в июле прошлого года. Вместе с друзьями студентка отдыхала на Асафовых островах Юрьевецкого района. Девушка отправилась купаться со знакомым молодым человеком, после чего он вернулся, а Полина якобы решила еще немного поплавать. Больше ее живой не видели. Тело девушки спустя несколько дней нашли в 3 километрах от места, где отдыхала компания. В августе прошлого года Следственный комитет разместил информацию о том, что заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». И результаты судебно-медицинской экспертизы говорили следующее. Причиной смерти девушки стало утопление, но перед этим она, вероятнее всего, была избита. В число подозреваемых попал тот юноша, который купался с Полиной. И по нашей информации, молодой человек даже признался в том, что не специально ударил девушку во время плавания ногой в лицо. Однако потом от своих слов он отказался. Спустя год следствие дело прекратило в связи с отсутствием событий преступления. Факт умышленного причинения смерти не установлен.